Живой звук, яркое визуальное, световое оформление, атмосфера настоящего праздника. Все это радовало павлодарских любителей творчества во время концерта итальянской музыки в стенах областной филармонии. Как звучат мелодии Апеннинского полуострова от местных артистов в нашем сюжете. В концертном зале Павлодарской областной филармонии имени Иссы Байзакова состоялся концерт «Мюзика Витте Мия», в котором прозвучали знаменитые итальянские песни. Открыли концерт самым популярным музыкальным произведением 80-х годов. В программе концерта более 20 знаменитых хитов итальянских исполнителей, которые получили всемирную известность и навсегда вошли в историю эстрадной музыки. И, можно сказать, ставшие классикой для людей старшего поколения. Мы очень старались, придумывали и собирали песни, именно те, которые понравятся зрителям, те, которые временем прошли проверку, кто слушает и до сих пор знает эти песни. Поэтому это, ну, как для певца, это особенный вечер, потому что итальянская музыка и вообще музыка – это, как можно сказать, и есть родина Италии, там, откуда пришла музыка. Я буду петь «Пьюке Пой», песня Эроса Рамазотти с Шер, которую он исполнял, и «Дичи Танчелла Буи». Это неаполитанская песня, итальянская. Концерт «Мюзика Витте Мия» объединил в себе головокружительное шоу солистов, вокальных групп, хореографических ансамблей, камерного хора и джазового оркестра областной филармонии имени Иссы Байзакова. Сложностей не было, потому что коллектив подготовленный. Единственная сложность, что мало было времени, но мы все выучили, все отрепетировали. Сегодня зрителей ждет очень интересное представление, на наш взгляд. Ну, конечно, я думаю, что они учили эти произведения раньше. Партитуру я написал тоже заблаговременно, но сама по себе подготовка, вот такая общая, конечно, была короткая, но эффективная, на наш взгляд. Слушатели тепло приняли выступление музыкальных коллективов и несколько часов наслаждались теплыми ритмами, завораживающей мелодией итальянских произведений. В будущем областная филармония имени Иссы Байзакова планирует провести концерт уже французской музыки. Вечер итальянской эстрады понравился павлодарским слушателям, если судить по громким аплодисментам. Ермек Сапаров, Алексей Мехедов, Ертес Аппарат.